Для фотографии круче. Yeah. Но жидкокристаллический обувь, да? Yeah. Кроме огромного телевизора, оператор Атау ТВ предоставляет миллионному абоненту премиум-пакет полный. Теперь семья Тамары Биназаровой в течение года сможет наслаждаться бесплатным просмотром 112 отечественных и зарубежных каналов. Жительница села Акарыс рассказывает, что телевизор в ее доме много лет показывал лишь один телеканал. Перед Новым годом Тамара Биназарова решила сделать подарок сразу всей семье. Для меня было приятной неожиданностью узнать, что наша семья оказалась юбилейным абонентом. Соседи, которые подключились раньше, хорошо отзываются о качестве сигнала от Атау ТВ и разнообразии каналов. С миллионным абонентом спутникового оператора поздравил и заместитель акима области Ерлан Айтаханов. До недавнего времени 67 населенных пунктов области смотрели всего 2-3 отечественных телеканала в аналоговом качестве. Теперь с приходом цифровой спутниковой и эфирной сети телевещания южноказахстанцы имеют возможность смотреть отечественные и зарубежные каналы в цифровом качестве. Чтобы наглядно показать разницу между аналоговым и цифровым качеством телевещания, руководство АО «Казтелерадио» устроило для журналистов небольшой пресс-тур. Корреспондентам предоставили возможность своими глазами увидеть, откуда цифровой сигнал идет в дома южноказахстанцев. В этом году планируем перейти на серию отечественных спутников «Касат». Это дает возможность нам получить больше ресурсов. Мы сможем больше добавить в пакет программ телеканалов. Имеется возможность перейти на HD-формат, что является для нас это актуальной темой. Сейчас ведутся работы для того, чтобы телеканал 24 КЗ и Каспорт перевести в HD-канал. Спутниковая сеть Атау ТВ дает возможность бесплатного доступа к 40 отечественным телеканалам, 14 радиоканалам в любой точке Казахстана. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Южно-Казахстанской области. Услугами спутникового телевидения в области пользуются около 200 тысяч абонентов. Еще 35 тысяч абонентов подключены к цифровому эфирному телевидению. Громоздкая аппаратура, установленная еще в советское время, скоро уйдет в прошлое. Ей на смену уже пришли современные цифровые передатчики. Порядка 200 тысяч абонентов области уже получают качественный сигнал от Атау ТВ. В планах руководства АО «Казтелерадио» в течение 2 лет обеспечить цифровым вещанием всех жителей страны. Бахтияр Худайбергенов, Константин Юсупов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».